Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 15 августа, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Василия. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «царь». Небесным покровителем его является преподобный Василий Спасокубенский, Христа ради юродивый. В 15 веке на Руси, в Спасокаменском монастыре, был инок Василий. В мире и согласии он жил с братьями, только часто уходил в лес, где уединялся. Там, неважно, днем или ночью, он предавался пламенной молитве ко Господу, который всегда его слышал и отвечал ему божественным светом. Часто Василий оставался в своей келье и даже не притрагивался к еде, находясь в строгом посте. Среди братьев святой пользовался огромным уважением, ведь не каждый был готов истязать свое тело и дух за Христову веру. Проведя в монастыре более 30 лет, преподобный Василий решил удалиться от лишних глаз. В глуши леса он построил маленькую хижину, которая была для него лучше любого дворца. Там праведник стал носить железную шапку и железные вериги, настолько тяжелые, что тянули его к земле. В уединении святой прожил еще четверть века. Когда душа его устремилась на небо, тело святого Василия поместили в раку, где рядом разместили вериги и железную шапку. А почти через 200 лет, когда во время пожара сгорело все, что могло гореть, бывшая тогда над мощами угодника еще деревянная рака и образ на ней остались неприкосновенными, хотя вся гробовая палатка его наполнена была дымом и пламенем. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Степана, Афанасия и Платона. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь.